Уже в эти выходные Краснодар празднует день рождения. Краевой столице исполняется 224 года. Дата хоть и не круглая, но отмечать ее будут весело и с размахом. Гуляния запланированы во всех районах города. Развлечений столько, что глаза разбегаются. Куда пойти и на что посмотреть, расскажу прямо сейчас. В субботу праздновать краснодарцы начнут с самого утра. Ровно в 11 на Театральной площади торжественно поднимут флаг краевой столицы. Затем все отправятся в Екатерининский сквер. Там и песни будут, и танцы. Много артистов, конкурсов и подарков ждет жителей хутора Ленина, Копанского и поселка Индустриального. Да и вообще, 23 сентября можно смело отправляться в любой парк города. В них откроют интерактивные площадки, а в 8 вечера на Театральной площади состоится гала-концерт «Мелодии наших сердец». Его финальным аккордом станет красочный фейерверк. Не нагулялись в субботу – не беда. Воскресенье будет не менее насыщенным, и начать его лучше всего с зарядки. Тренировки проведут профессионалы своего дела в сквере имени Жукова. Старт в 10, не проспите. В этот день будут открыты и некоторые городские школы. Учеников торжественно посвятят в казачата, а в юбилейном с самого утра все будут гулять на городском фестивале казачьей культуры. Во второй половине дня многое запланировано для молодежи. В 16 часов Театральная площадь разделится на тематические зоны. Там можно будет увидеть мини-спектакли и самим поучаствовать в спортивных и литературных боях. Своим мастерством обещают удивить любители паркура, воркаута и других уличных видов спорта. Найдется место и для аэрохоккея, а желающие смогут даже собрать самолет. На площади развернутся исторические бои и настоящая свадьба, да не одна. Влюбленные сочетаются узами брака по традициям разных стран мира. В это же время на улице Красной запланировано молодежное шествие. Уже в 7 часов Театральная площадь вновь превратится в большой концертный зал под открытым небом. На сцену выйдут кавер-группы и известные музыкальные исполнители. В общем, веселье намечается масштабное. Если не сможете попасть на торжество, огорчаться не стоит. В субботу с 8 вечера и в воскресенье с 7 наш телеканал в прямом эфире покажет концертные программы. Трансляция будет идти и на всех официальных страницах «Кубань-24» в социальных сетях.